Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Тотем Болт, а мы продолжаем играть в Subnautica, это у нас 7-я серия. Спасибо тому, кто мне пишет полезные комментарии, будете писать больше полезных комментариев, будете попадать в мои новые ролики. Так, а у нас вон уже видно значок радио, то что какой-то новый сигнал, но мне не до сигналов, я хочу... Поесть, ну чего поесть? Где рыба? Так, ты плохая рыба. Я другую рыбу люблю. О, вот моя рыба. Ой, где? Убёг. Куда рыбу делать? Так вот моя рыба. Отлично, одна есть. Еще одну. Это рыба пузырь, наверное, не надо еще. Что тут у нас потянуло? Крайне ловушка. Так вот рыба пузырь. Ай-ка я тебе грави ловушка в другое место засуну. Ну вот примерно в это место. Так, ты где у меня? Вот ты. Грави-ловушка. Пошла. Не, я пошутил. Здесь грави-ловушка не будет. Пусть она будет у меня где-нибудь. Ну вот тут примерно. Все идеально. Вот рыб-пузырь моя. Идеально, хорошо ловит. Так, что, мне что, батарейки сели? Так, ага. Вода. Еще вода. Потом еда. Приготовленная еда, рыба. Еще рыба. Ну еще рыба. Отлично, теперь можно нормально поопать. Идеально. Так, аптечку взяли. Ремонтный инструмент. Погоди. Значит, мне что-то другое там устроительное. Вот. Теперь все идеально. Так, что радио? Говорит. Говорит Эвери Куин с торгового корабля солнечного луча «Аврора». Вы нас слышите? Прием. По-прежнему ничего, ох уж эти корабли Альтеры. У них заканчивается смазка двигателя, они шлют сигнал в СОС. Предлагаешь им помощь, они не отвечают. Аврора, я на дальнем конце системы. Потребуется больше недели, чтобы добраться до вас. Вам все еще нужна наша помощь, прием. Попробую еще раз завтра. Тем временем посмотрим, что поймает сканеры дальнего действия. Чертов устав заставляет нас терять прибыль, бегая на побегушках у Альтеры. Так, ну давай. Сигнал-то мне новый дашь? А сигнал новый. Это что было? Хрен тебе не сигнал, да? Ну да, так и есть. Хрен тебе, а не сигнал. Ну ладно. Бог с этим сигналом. У меня пока есть идейки. Залезем сюда, значит. Welcome aboard, Captain. Такс. Где мое улучшение на мотылька?
Это кто? Это модуль ощутимости циклопа. Это модуль глубины погружения мотылька. Это не сюда. Так, мотыль, давай я тебя внимательно осмотрю. Где у тебя? Что-то смеется. Просто кувыршение вот где. Текущая глубина 300 метров. Все, тут я посмотрел, где мне тебе батарейки совать. Так, ну в принципе хорошо, что нам надо для здоровых батареек? Силиконовая хрень. Сейчас плаваем в водоросли. Посмотрим, что там. Здесь что силиконовая хрень делать? Я то рублю, то фигню рублю тут себе сажать. Давай поближе подплывем. Давай собираем силиконовую штуку. Инвентарь фул. А, ну окей. Инвентарь фул. Да, мой поплыли, значит. А у меня сколько так? Две зарядки 100%. Нормально, сейчас сделаю. На всякий пожарный будет заряд. Так, радио пока молчит. Ну давай сделай мне что-нибудь достойное. Все, идеально. Здесь будут эти семена лежать. Так, давай-ка мы с тобой сплаваем, знаешь, куда? В красный биомчик, на разведочку. Так, я правда не знаю, как батарейки менять на мотыльке, но мы узнаем еще. Красный биомчик на разведочку. Сейчас поплаваем, поищем. Что тут у нас есть. Так, вижу сплошных пираний. Свинец, полезная штука. Давай-ка вылезем. Забирайся и отключи свои фонари. Так. Плаваем еще. Где-то на дне есть такой прикол. Ущелье типа. В этом ущелье новая органическая среда. Новая интересная органическая среда, которая никому не понятна. Так, опа-на. Что там у нас? Так, это... Это валом.
с металлолом бывает. Тоже металлолом. Что-то не то там с акулой было. Что с тобой не так? С ним не так. Какая-то болезнь у нее. Так. Тут у нас что? Давай глянем, что-то есть. О, Озерный. Фак. Кто меня убил? Я успел просканировать лазерный резак. Так, ну нафиг, где мой мотыль? Мотылек. Я тебя спасу. Что за херотень меня убил? Сейчас я быстро доплыву. Так. Самое главное, чтобы меня сейчас эта херотень, которая там пробила, не убила снова. Судя по всему, она, наверное, возле мотылька. И это пиздец. Тут ничего не меняется, меня хотят сожрать. Мотылечек. Мы нашли лазерный резак, это победа. Давай его делать. Что меня убило? Ну, конечно, вот что меня убило. Все понятно, я понял, что меня убило. Так, на 300 метрах ты можешь. Что надо для лазерного резака? Батарея, титан, есть алмазы, бля. Где найти алмазы? Алмазы хуй где найдешь. Давай поплаваем, посмотрим, поищем алмазы. Хуй нам еще делать-то? Может быть, они тут где-то есть. Блять. Выебался. Давай пока починим. Пока есть возможность чинить хотя бы. Или го, что ли, сплаваем на новый сигнал. Я не думаю, то, что что-то есть. Да, го лучше обратно поплывем домой. Потому что сейчас нам тут делать нечего. Алмазы мы и позже найти можем. Так уже более-менее видно все. Так. Не, я не знаю, где могут быть алмазы. Но они нужны для лазерного резака.
Так-да. Это значит, очень нужный ингредиент это для нас. И мы должны этот ингредиент обязательно найти. Во имя добра и всего самого лучшего. Лазерный резак. Так. Ну да, позже найдем это все, что надо. Сейчас пока давай на сигнал ответим. Что за сигнал? Говорит второй помощник Кинза, спасательный капсул 19. Капитан погиб, я принял на себя командование. После что я сделал капитан, отправил мне координаты суши, мы перегруппируемся у полутора километров к юго-западу из крушения. Держитесь вместе, удачи, это сообщение будет повторяться. Координаты места встречи искажены. Загружены координаты источника передачи. Так, ладно. Походу у нас есть сигнал острова. Передача кино. Ну нормально, чё. Последняя передача кино. Так. Сейчас найдем, что тут у нас. Что-то, судя по всему, не на острове, а на дне каком-то. Да, так и есть что. Это у нас 82 метра уже. 85 метров. Чем ниже, тем прикольнее. У меня есть модуль погружения, мотыльку будет все равно. Но модуль погружения на 300 только. Бля, рыба. Вечно все портит. Давай подремонтируем на всякий случай. Все. Погнали. Да, глубоковато, да, соглашусь. Давай сработаем модуль погружения, пожалуйста. Блин, это слишком глубоко. Блять. Сейчас насрал. Еще выше возьми. Сюда поплывем. Вот они. Двести семьдесят семь метров из 300. Шикарно. ПК. КПК. Так, да понятно, 30 секунд. Че, больше ничего нет? Ну да, ничего нет. Так, братан, спасай. Ничего, почитаем. Это мы уберем. Блин,
Погоди, у нас еще сигнал, что ли? Сигнал капсулы 19. Это мы убрали. Что за место встречи Авроры, я не знаю, сейчас посмотрим. Так, что за данные нам дали? Выживший с Авроры, ну, бортовой журнал помощника Кины. Всему экипажу, если вы считаете, то значит вы следовали за автоматическим сигналом бедствия, отправляемым за бортового компьютера этой спасательной капсулы, вопреки моим приказам. Я был вынужден эвакуироваться, вам приказано забыть о моей безопасности и попытаться добраться до назначенных координат места встречи на ближайшей суше. Я надеюсь увидеть вас там. Кин, это Аврора, ответь. Это Кин, капсула отделилась штатно. Приземление через 30 секунд. Компьютер обнаружил сушу, координаты прилагаю. Я хочу, чтобы ты собрал экипаж там. Понял вас, но... Теперь ты за них отвечаешь, не подведи их. Мы должны эвакуироваться. Никаких нет. Твоим ребятам нужен целый корабль, чтобы связаться со штабом по дальней связи. Я попробую управленный спуск. Взрыв на борту Авроры. Капитан, помехи. Движение с винтовкой. Так. Загружено. Ладно, все. День 16 у нас. Так. Попали обратно. Тут где-то еще интересная штука была, когда я сюда спускался. Вот, к примеру, что тут у нас? Тут вообще что такое? О, фрагмент установки костюма. Драм. Торпедный установка. Неплохо. Ух, совсем неплохо. Так, еще выше беру. Так, а тут у нас что? Блин, мне бы маячок тут, конечно, оставить, но ё-моё. А, стопэ. Ты у меня капсула 19. Тут это хрень, да? Я запомню это место. Мы поплаваем. Вот что такое, хрень какая-то. 19-е. Рыба наркоманская. О! Типа электростанция. Чертежи. Фрагмент стыковочной шахты. О, круто, это что, это что ли? Где мотыль? Мотылёк. Фух. Это у меня что, стыковочная станция? Какая это станция? Biodiversity in this region is unusually low. Cause unknown. А. Она, судя по всему, наверное, будет... Типа... Так, ну-ка, еще кислородик. Она, наверное, типа будет служить гаражом каким-то. Ну, судя по всему. Это что? Еще одна стыковочная шахта. Шикарно. Я тебя нашел. Да. Все, можно будет делать гараж, походу. 30 секунд. Блин, еще кислородика. Идеально. Подышали. Еще поплаваем. Снег. Это что?
жемчужины, солид и алмаз, кварц. Ну что? 30 секунд. Консоль улучшения транспорта. Мы сейчас еще туда газанем. Подыши, подыши. Что тут у нас еще? Консоль улучшения транспорта. Так, ты что? Типа электростанция. Сколько хорошего ты открыл. 30 секунд. Так, ладно, 30 секунд осталось. В принципе, все. Больше ничего нет, только интересно, вот что тут за ущелье такое? Не, модуль погружения все-таки у него не дальнего мотылька-то. Все стоит. Это что? Это кварц? Блин, это кварц. Да у меня алмазы нужны. Интересно, вот что-то от инопланетян тут, видимо, хрень какая-то. Так, ладно, давай наверх, у меня дальше погружение не сработает, у меня 300 максимум. Погружение. Сейчас возвращаемся на базу. А, место встречи Авроры, и тут мы сходим, посмотрим, что там. Обязательно. Это тоже стоит посмотреть. Что, мать его, за херня? Ну, бля... Это что, суша? Это суша, ребят! Picking up multiple energy signatures on the island's surface. Сейчас почитаем. Загруженные данные, выжившие с Авроры. Место встречи. Мы должны вернуться туда, не может быть, чтобы только мы двое выжили. Нет, такие приказы мне отдал капитан, а вам я такого не приказываю. Дело не в субординации, дело в выживании. Чем больше нас будет, тем больше шанс выжить. Моя обязанность временно командира включает заботу об их удовольствии. Выйдите из воды. Если я попаду в неприятности, я пришлю вам свои координаты. Я не отпущу вас обратно одну, я иду с вами, только оставлю КПК для тех, кто берет сюда. Полученная экстренная передача второго помощника Кинь через 2 часа. Это мой последний приказ, встреча не удалась. Перехватил передачу из штаб-квартиры Альберы, не расслушал всех подробностей. Похоже, что они отправили пакет данных на Аврору. Это ваша последняя надежда. Считайте, что техдиректор Ю, я пропали в море. Кин, конец связи. Так, это сигнал места встречи Авроры. Нормальненько так, я остров нашел. Только где мой-то? Домой надо, ребят. Поплыли домой. И самое главное, бегом, потому что нам надо покушать. Мы вернемся к этому острову. Вернемся к нему обязательно. Надо покушать нам. Я даже сигнал оставил.
Эх, зарядка у мотылька ненадолго осталась. 53% у него. У мотылька. Интересно, может быть, я из этой рыбы что-то съесть? Его съем. Давай, скоростя, на максимум нам пожрать надо. Радио позже отвечу. На радио отвечу позже. Так, сорян, друзья, почти доплыли. Надеюсь, вот из этого лапочника или что я там поймал, можно сделать хорошую хрень, вкусную. Давай, доплыви. Так, отлично, тут проплыли. Давай, плыви до дома, плыви скорей до дома. Скорей, скорей до дома. Так, отлично. Скажи то, что да, его можно приготовить, конечно же. Ну давай, ну. Ладно, неплохо. Жить можно. И что нужно, чтобы построить тебя? 2 свинца, титановый слиток и смазка. Как все элементарно, ё-моё. Маска сейчас будет. Хорош. Одну смазку тут оставлю. Один тюбик смазки надо оставить тут. Так. Титановый слиток, говоришь? Сейчас плаваю, что нам делать еще? Где мой мотылек? А вот тут. Так, титановый слиточек говорит нам эта штука. 2 свинца. Блин, у меня теперь воды не хватает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все. Блин, теперь давай еще рыбу ловить. Давай подкрепимся. Офигенно прям. Вот прям сейчас я подкреплюсь тут. Это что за рыбёха? Маленькая такая. Тангари, я тебя сожру. Рыбпузырь, я тебя сожру. Еще одна рыба полезная. Все, сейчас будем готовить. Отлично, Гарри, сделали. Тебя приготовим. Почему бы нет? Тебя приготовим. Так, пескун. Еще один пескун.
И водичка. Господи, пожалуйста, наешься ты. Seek fluid intake immediately. Vital signs stabilizing. Нормально. Так, нажрались. Че еще? Ресурсы, титановый слиток. Там же один нужен был. Смазка, титановый слиток. Два свинца. Все? Нет, вот. А, их два надо. Два титановых слитка. Это умно. Как жирно-то. Ну пофиг, будет вам два титановых слитка. Медная руна была. Так. Еще раз плаваем. Сюда сгоняем. Титан. По 4 штуки титана. Нормально. Это прекрасно. Все просто прекрасно. Так, ты где? Так, welcome aboard country. Я уж сам могу сказать. Так. Что-то я потерялся. В какой стороне у меня база? Никто не помнит. База в стороне. А, вот он. Идеально, я тебя нашел. Так, в принципе, можно где-то тут гараж сделать. Это будет идеальный гараж. А он что, на платформе строится? Так, ну, не знаю даже. Давай тут тебя поставлю. Так, ну-ка. Мотыль, давай попробуем. Мотылечек мой. Новую игрушку. Вау, как чётенько. А ты его заправлять умеешь? Вполне нормально свой дискомфорт спустя несколько недель без общения с человеком. Если да, пока что симптом можно частично смягчить, если завести не человеческий жир. Ой, объект. Но тебе же энергии нет. Или какая-то энергия все-таки есть? Судя по всему, энергия есть. Но где? Так, ладно. Консоль улучшения транспорта. Компьютерный чип, медный провод. Но этим мы сейчас попозже займемся, друзья. Давай-ка все-таки сплаваем на тот остров.
Ой, идеально! Он зарядил мотылька. Круто. Отличный гараж, мне нравится. Взял, зарядил мне мотылька. Так, ладно, давай погнали на место встречи Аврора. Я думаю, на острове будет сейчас очень много всего интересного. Даже слишком много всякой интересной хрени. И нам надо обязательно сейчас туда сплавать. Так, идеально взял, зарядил мотор. Как круто. Охуенная вещь. Остров очень интересная штука. Да, мечтал на острове походить. Давай, сейчас доплывем уже. Сейчас будем изучать это новое место. Новое пиздатое крутое место. А больше всего радует то, что я теперь понял, как заряжается мотылёк, и не надо было мне никакие энергоячейки ему делать. Я это понял, и это круто. Так, мы почти доплыли до острова, где он там? Вот, я его вижу. Нихера он красивый отсюда. Пока не прогружается. Так, ладно, нам надо под него. Нам надо под остров. И мы его обследуем. Мы обследуем остров. Ладно, мы тут. Так, посмотри, какая красота. Ну, давай походим, что ли. Пока я не буду точку убирать. Мы еще не совсем изучили эту... место. Грибочки какие-то. Давай все возьмем. Это что? Это дыня? Что-то похоже на дыню было. Да, лучше всего с ножом идти, потому что вдруг что-то не так. Грибочков набрать надо. Экзотических. Где я их еще найду? Вау, вот мы и вышли в открытый свет. Этот мир. Так, вот семена у меня есть. Его жрать, небось, нельзя. Так, ты что такое? Так, более много грибочков. Мне два образца хватит. Мда, остров. В коем-то веке. Образец этих цветочков я брал, это что? Странно, и живности никакой нет. Подозрительно. Практически ничего рубить не могу. Одни цветочки. А мне нужны не цветочки, мне бы что-нибудь съедобненькое найти. Так вот, образец семян чаши у меня есть.
образец. Так это что? Взять пятнистый погремок. Я возьму образцы. Стопы, его жрать можно. Ну-ка, стой, стой. Мне бы что-нибудь съедобное найти. Место, конечно, очень интересно, но тут хотя бы где-нибудь есть что-нибудь съедобное. Так, здорово. Капсизочник. Ну ладно, давай. Экземпляр. Блин, экземпляры больно до хрена места занимают. ДНК. Где же моя ДНК? Растение мин. Сколько экземпляров я набрал? Ёлк твою мать. Давай прыгай. Остров — это полная наркомания. Тут же хоть что-нибудь пожрать-то есть. Тебя можно сожрать. Seek fluid intake immediately. Ребят, вон я что-то вижу, надо тут добраться. И это я на полном серьезе. Луковое дерево. Блин, вода нужна, ёб твою мать. Заебись. Где еще образец? Так, я проебал образец. Похуй. Луковое дерево можно жрать. Это мне нравится. Знаете, все-таки... набрать. Луковое дерево — это охуенно. Так, вот это вот будет семечко. Мой образец. Не думает, что не знаю. Inventory full. Давайте я выброшу. Тебя есть можно? Экзотическое дерево. Так, ладно, я предлагаю взять то, образцы, которые можно жрать. И это не обсуждается. Так, вот это вот что-то интересное. Я нашел дыньку. Блять. Потребить. Ты чё, херел? Я тебя зарежу, нахуй. Иди сюда, хулю, ёбок.
Все, умер. Так тебе не надо, козел. Так, мне бы место на мраморную линию. Все, в принципе, супер. Что у вас произошло? Да, охуенная мраморная линия. Что ты инопланетная нашел? Какая нашел? Еще одна база находится наверху. Ну-ка, стой. Что-то можно было сканировать. Блин, тут данные. Почему я не могу сюда попасть? Тут КПК. Я не могу как туда попасть пока. Так, отлично, я пока тут нашел выход. Блять, гнида, умри. Так, вот я и нашел, как пробраться, походу. Вот у нас что? Ящик с данными. Сверхскользкие ласты. Охуенно. Так, вот я теперь знаю, как пишусь. Блять. Умри. Иди сюда. У нас дохуя всего нового и интересного. Давайте читать. Голосовой журнал Дегати. Сын, я сказал нет, подожди, пока стихнет буря. Чего стоит огород по сравнению с нашей безопасностью? Ты больше не командуешь с тех пор, как корабль, где был капитаном, затонул. Я перестану командовать тогда, когда ты начнешь заботиться о себе сам. Слушайте, шеф, шеф, что? Вы знаете, как осушить те грядки от 40 тонн ливневых вод? Или как наколдовать еду из воздуха? Не умничайте, Мейда. Вы слишком стары, чтобы менять свои привычки. Я лишь хочу сказать, чего же сегодня стоит для вас. Жизнь сына, если завтра вы будете так голодны, что начнете размышлять, каков он на вкус. Позвольте ему заняться растениями. Сын, подойди, займись растениями. Еще раз вмешайтесь в дела моей семьи, я оставлю вас здесь, когда прибудет спасательная команда. Вы меня поняли? Помощь не придет, шеф, вовремя не придет. И оставаться здесь тоже нельзя. Эта дочь продолжает идти, и рано или поздно это место будет затоплено. Наш единственный выбор — это затопит ли нас вместе с ним. Интересная находка. Что это за штука? Я не знаю. Нашла ее снаружи, в песке. Часть другого корабля, таких я прежде не видела. Она даже не поцарапана. Не играйся с ней. Она может быть ценной. Расслабься, шеф. Если бы она должна была рассыпаться в пыль, она бы рассыпалась еще тогда, когда я только подобрала ее. Она светится. Мы не первые люди, которые пришли на эту планету. Люди, возможно, пришельцы. По мне, так хоть чертовы морские чудовища. Одно можно сказать точно. Мы ничего не узнаем, оставаясь здесь. Журнал Пола Торгова, брошенный. Журнал шефа, 5 недель после крушения. Единственный выживший, кроме меня, это мой сын, Барт. Не Мейда, недорогая наемница, которую я нанял
для этого путешествия. Спустя несколько суток, проведенных в спасательной капсуле, под стук дождя по крыше погода прояснилась, и нас вынесла сюда. Я отправил Мэйдуса собрать обломки Дегази, а Барта искать стабильный источник пропитания. Его образование окупает себя быстрее, чем я ожидал. Единственная наша проблема – это Мэйда. Она утверждает, что погода изменится. По мне, так она ищет повод раскинуть нашими жизнями. Складывается впечатление, что она никогда не оставалась больше, чем на неделю без физического конфликта. И теперь ищет драки. Каждое ее суждение строится на том, что все пройдет от плохого к худшему. Если бы у нее был мой опыт, то она бы поверила мне. Люди тысячелетиями специализируются на том, что обуздать природу. Эта планета не создает нам никаких новых проблем. Наша единственная цель теперь остаться в живых, с каких можно большим комфортом, пока страховая компания не организует спасательную экспедицию. В этой части космоса это может занять месяцы или даже годы. Так, нормально. У меня элементы жилища. Так, энергии. Так, это мы все посмотрели. Фух. Как круто-то. Древние инопланетные скрижень с пурпурным символом. Это круто. Газовая торпеда. Ух. Торпедная установка мотылька. Нихера. Магнетит. Компьютерный щип. У меня на мотылька уже ракеты есть, охуенно. Сверхскользкие ласты. Модуль погружения на 700 метров, ебать. Нихера, конечно же. Так, эта дверь открываться не собирается. Давай обратно полезай. Так, я вон там базу видел. Блин, мраморную дымку-то я нашел, но жаль, что ее нельзя было отправить нам на семена. Еще один КПК. Видите, шеф, вы провели нас на эту насквозь промокшую планету. Сказали, что мы получим солидный гонорар. И что мы имеем теперь? Сколько? 6 недель спустя экипаж мертв. Передняя комната наполовину завалена. Еду смыло. Я полагаю, что лучше было бы предложить ответственное решение на кого-то с каким обширным опытом битья людей по лицу, как у вас. Я знаю достаточно для того, чтобы не делать внеплановых остановок на неизведанных планетах. Это-то, чему нам было не стоило учиться на собственной шкуре. Легко осуждать мое решение задним числом. Тяжелее придумать свой собственный план. Уже придуман. Мы берем все, что сможем унести, и спускаемся в пещеру. Укрепляемся там. Я разведал место. Пара сотен метров вниз. Больше залежи металла. И как, по-вашему, мы будем там выживать? С сокрытым доступом к строим материалам? По-королевски, черт побери. Пара чистых станций, биореактор, свежая рыба. Но, шеф, мы будем есть салат из морских водорослей и пить собственную мочу, если потребуется. Важно только одно, у вас есть предложение получше? Перешлите координаты на мой КПК, я рассмотрю ваше предложение. Энергетика, ё-моё. Теплоэлектростанция, вот. Чертежи выжившие, дегази загружены, данные. Так это где хрень? Убирайся, день 19. Так вон,
Вон туда нам надо, ребят. Давай, побежали. Мы выживаем в дикой природе. И мы выживем. Возможно, жилище Дегзи. Ё-моё, как быстро-то. Так, я попробую попасть туда. Это чё, всё луковые деревья или что это? Так, разгончик. Блядь! Отлично. Побежали. Сколько всего интересного-то, а? Так, я почти сюда попал. Почти что сюда попал. Вот сколько интересных образцов. Язык заплетается, ё-моё. Так там еще есть какая-то база, ё-моё. Сколько всего неоткрытого. Интересного. Что тут у нас? Заебал, возьми. Возьми семена, мать его. Да, воды мало даст. Ты шо? Китайский картофель. Нормально. Что это? Этот остров лучшее, что произошло с нами. Выгляни в окно, здесь нет хищников, есть свежая пища. Нет стройматериалов от корабля, ничего не осталось. Малец говорит, что без дополнительных грядок мы будем голодать. Скажи, малец. Это так, отец, естественная скорость роста слишком мала, чтобы поддерживать нас. Все, что я говорю, это то, что океан нас окружил. Прятаться бесполезно, рано или поздно придется намочить ноги. Быть может, раньше вся жизнь проходила в драках Мэйда, но я уже принял решение. Хотите лишиться вознаграждения за опасные условия только ради того, чтобы поплавать, так дерзайте. Поверьте мне, я об этом думаю. Так, теперь нам туда надо. Охереть, да хуя, бас. Да хуя, бля. Бля. Как нам отсюда спуститься? Будем спускаться тем же методом. Вот раз нам надо туда. Я сегодня все, пока все базы не проверю, не успокоюсь. Это очень интересное место. Наконец-то берег, суши, ё-моё. И мы не можем просрать этот момент. Так, отлично, я добрался. И что, прожектор? Основное освещение. О, как. Чё ж я не сканировал-то, ё-моё. Взял, не сканировал. Переборка. Нормально.
Водичка. Отлично, что могу сказать. Так, вот это уже интересно. Что тут у нас понарастало? В принципе, тут никаких КПК нет, только пожрать есть. В принципе, неплохо. Могу ли я взять твои образцы? Бля, я только разрушу, образцы не добыл, ёб твою мать. Так. Это что? Семена? Испорченная. Он применем. Семена по проникновению. Так, ладно, я надеюсь, пальма нам что-то даст. Так, все, ребят, пора нам домой собираться. Мы уже больно долго на суше. Конечно, ага, КПКшечка. Первый раз за многие месяцы я вижу солнечный свет. Все это время, проведенное в глубине, я мечтал о нем. А теперь, когда я снова здесь, им сложно наслаждаться в одиночку. Отец был прав, нам не следует уходить. Мы не должны были заходить так глубоко. Мы не нужны им там внизу. Как бы я ни старался, болезнь усиливается. Видение становится все хуже. Маргарет и отец стали частью экосистемы этой невероятной планеты. Утешает то, что когда я умру, я присоединюсь к ним, а до тех пор, что же отсюда прекрасно. Да. Как вы так быстро подохли? Мы же все с вами... Уже какой день? 19-й день. Вы за 19 дней все подохнуть успели. Как так-то, ребят? Так. Вон там мой мотылек. Все, я тут везде был. Делать нам нечего. Возможное жилище Дегази. Жилище Дегази, по-моему, слишком глубоко. Хотя вроде и не глубоко, но пофиг. Что-то интересное вот это вот. Откуда вы брали все эти семена? Так, ладно. Воу! Все, сматываем отсюда. Welcome aboard, Captain. Да, я тоже рад тебя видеть. Место встречи Авроры мы убираем. Если придется, мы сюда вернемся за семенами и еще всякой фигней, но пока нам достаточно этих материалов на изучение. Может, сразу до жилища Дегази? Хотя не. Хотя хрен знает, Дегази близко. Если что-то придется набирать, что я там набирать-то буду? Давайте сразу до жилища Дегази. Заметьте, у нас что-то серия в этот раз такая большая серия получается. Хотя не, ребятушки, давайте как Дегази мы поплывем в следующей серии, а? Да, не стоит. В следующей серии мы поплывем к Дегази. Именно в следующей серии. А пока мы поплывем просто на базу.
на что. Что-то интересное. Опять лазерный резак. Вот, кстати, насчет лазерного резака. Подскажите мне, пожалуйста, где найти алмазы. Да я вообще не знаю, где их найти. Вообще понятия не имею просто, где находить алмазы. Так. Идеально, я дома. Все время шумаюсь в зимой базы. Так, идеально. Давай, заходи. Заходи. Благодарю. Благодарю. Вау. Это очень красиво. Это до безумия красиво. Вот это вот моя станция. Так. Надо вот эту мою станцию продлевать. Так, в принципе, интересные материалы у нас есть. Все у нас есть. Мы знаем, как делать грядку. Переборка. Бляха. Вот мы лоханулись, да. Короче, продолжим следующую серию. И в следующей серии мы будем возвращаться на тот остров. Да, мы поплывем обратно на тот остров, потому что я забыл просканировать грядки. Ингредиенты я набрал, а вот грядки просканировать забыл. Как так случилось, я не знаю. Это пипец какой-то. Это просто пипец. Мраморная дына. Дына. Так, сюда тебе. Да, это просто жопа. Какая-то. Так, вы выкинуть все батареи, которые разрядились. Так, ну ладно, дорогие друзья, давайте сохранимся. Ну что ж, с вами был Тотемпаут, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, надеюсь, вам понравилось это видео, всем удачи, всем пока, до новых встреч, ждите новую серию, я думаю, это будет очень интересно.